Всем привет, ребят! Меня зовут Катя Ученикова, и сегодня я снимаю коллаборацию вместе с Зарядей. И сегодня мы будем снимать такое видео, которое называется «Было» или «Не было». Вот в чем вопрос, так говорится. Так что начинаем. Вопросы будут записаны, точнее уже записаны, на этом прекраснейшем телефончике. Так что начинаем. Давай, первый вопрос, начинаем. Первый вопрос. Было ли такое, что ты завидовала кому-либо? Давай на счет три. Раз, два, три. У меня такое было. У меня тоже. Давай теперь я буду вопрос читать. Да. Второй. Угу. Было ли такое, что снился любимый блогер и что ты с ним фоткалась? Давай на счет три. Раз, два, три. У меня такое было. А у тебя кто снился? LJ. Но я его не люблю. А у меня снилась Катя Адушкина и Иксо Лайф. Адушкина. Катя Адушкина и Иксо Лайф. Мы к следующему вопросу приходим. Было ли такое, что ты хотел сбежать из дома? Давай, раз, два, три. Да? Ну, у меня типа такое было и такое не было. Ну, типа у меня была такая идея, но она сразу пропала. Давай, теперь я читаю. Четвертый. Было ли такое, что ты хотела полететь в космос? Раз, два, три. Где я была? У меня такое было. Я реально хотела полететь в космос. Было ли такое, что ты хотела перейти на домашнее обучение? Раз, два, три. И сейчас хочу. Поняла. Итак, у нас получается раз, два, три, четыре. Шестой вопрос. Было ли такое, что нравился мальчик из класса? Давай, раз, два, три. Было. Итак, следующий вопрос. Было ли такое, что ты завидовала собаке? На самом деле это звучит тупо, но у тех, у кого есть или кошка, или собака у нас в этом... Все поймут. Да. Раз, два, три. Было. А ты чему завидовала? То, что они в школу не ходят. А я типа то, что они весь день лежат дома. Как бы им есть чему нельзя позавидовать, но как бы... Чего-то есть чему завидовать. Да. Главное, они весь день спят, как будто устали. Следующий вопрос. Ну, а вы не забывайте подписываться на мой канал, на канал Нади. Ай, да, еще на мой канал. Да. И на мой тоже. Да, и мне нет, возможно. Было ли такое, что предавала подруга? Раз, два, три. Конечно, было. Не было. Тебя не предавала подруга? Но. Повезло. Как? Какие у меня такие хорошие подруги. Вообще, время не было. Ладно, давай читай вопрос. Подруга, ты где? Подруга, ты где? Было ли такое, что ты хотела стать взрослой? Раз. Два, три. Мне кажется, это было у каждого ребенка, что вот, наверное, все думают, не надо им ходить в школу, побыстрее вырасти, куда-то переехать. Но, ребята, вот, пользуйтесь детством, это такое чудесное время, говорит ребенок. Так, было ли такое, что ты была третьей лишней? То есть, вот, допустим, у тебя две подруги, и ты чувствуешь себя... Кого-то лишним. Да, давай на счет три. Раз, два, три. Было. Сейчас мы расскажем. Эфа. Суефа. Ты первая. А, у меня такое было, что я не буду называть имена, кто это именно был. Но нет, это с моего огорода. Там были две девочки, и они общались только между собой, и если честно, мне это не очень понравилось, вот поэтому, потому что я потом ушла вообще. Ну, точнее, не потому что, поэтому я потом ушла. Меня это было в школе с двумя девочками, я не буду их именно. Но это не я. А то они смотрят мой канал. И мой так-то тоже. Вот. Они, короче, общались между собой. И я такая иду с ними вообще, типа, они идут и ой, мы не знаем, кто это она вообще какая-то левая. Кстати, после просмотра моего ролика
переходите на канал за Надей и смотрите наше совместное видео. Это тоже было не было, но часть. Там вообще пипец какой-то творился. Так что да, не забудьте об этом. Но в начале моего видео досмотрите. Кто сейчас? Я сейчас. Было ли такое, что... Было ли у тебя такое, что ты выпрыгивала из окна? Раз, два, три. Тупо. Просто тупо. Короче, я вам тоже быстренько расскажу. Вкратце. Короче, у меня есть дача. И как бы там... Огород. Дача. Огород. У меня есть дача. И когда у нас еще не стояли такие сеточки, чтобы насекомые не залетали, мы с моим братом, короче, чтобы, допустим, там не пить лекарства, когда мы были, мы, короче, перелезали и брали ботинки, одевали и перелезали через окно, закрывали дверь и прятались от мамы. А нет, я прыгала. Откуда ты прыгала? Короче, у меня есть у бабушки дом. Вот, и там есть огород. И там есть баня. Мы залезали впятером в эту баню на чердак. И там было окно, типа там не было стекла, оно было просто пробито. Но там стекла не было, вот. И мы там играли в прятки. Я туда залезла и спрыгнула. Следующий вопрос. Что, у нас последний вопрос, что ли? Угу. Было ли такое, что ты хотела спасти всех животных? Давай, раз, два, три. Конечно, было ли ты, когда проходишь около там какой-нибудь собачки, кошечки? Вот просто... Она так мило на тебя смотрит. Да, или там... Забери меня, мне тут скучно одному. Но, вот, ребят, вот если кто-то просит там у мамы с папой забрать всех там 5-6 кошек, собак, то вы тоже поймите, родители, то, что комната, ну, просто в квартире это будет невозможно держать 6-7 собак, кошек еще 5. Это просто, ну, не сможет такого быть. А двое нормально? Но вы сможете вложить свои немного денежек, это не реклама там, если что, в специальный приют, ведь проводят всякие акции и помочь этим зверушкам. Так что не обязательно там просто их забирать. Но, конечно, это было классно. Лучше. Да, но поймите, вы не заберете их всех. Ведь некоторые животные вообще живут в Японии, в Африке. И вы их не сможете спасти, потому что вы просто живете в другом городе или в стране. Ну и на этом мое видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на наши каналы, инстаграмы, ставить лайки. И всем пока-пока-пока.